Привет всем подписчикам MentalBet, меня зовут Михаил Масаковский. Добро пожаловать в замечательный городок под названием Бат-Рагац. Я здесь работаю со сборной России, ну и в этом антураже поделюсь с вами своими мыслями касательно финала Лиги Чемпионов. Этот матч — это тот редкий случай, когда я хочу посоветовать вам сыграть тотал по желтым карточкам больше. И здесь я отталкиваюсь от того, что это финал, от того, что это мадридское дерби, от того, что здесь два тренера харизматика, ну и от того, что играет мадридский Атлетико. Вы же понимаете, когда эти парни на поле, всегда жди желтых карточек. Давайте вспомним предыдущий финал с участием этих команд. 12 желтых карточек в общей сложности, учитывая дополнительное время, плюс удаление Симеона. И понятно, что эта встреча была давно, но согласитесь, общего у этих двух матчей много. Так же, как, в общем-то, много и различий. Если говорить по этому сезону, то, мне кажется, наиболее показательными с точки зрения финала были матчи четвертьфинальные в Лиге Чемпионов для Атлетика. Это матчи против Барселоны, и тогда в ответной игре 8 желтых карточек, первый больше 10, плюс удаление Фернандо Торреса. Поэтому я думаю, что и в финальной игре желтых будет много, а может быть будут и красные. Я думаю, что будет много мелких фолов, будет много срывов атаки, будет много провокаций, возможно, будет много симуляций, как с одной, так и с другой стороны. Кто судит? Судит человек, которого зовут Марк Клаттенбург, человек, который будет давать бороться, но с другой стороны очень жестко карать все вот эти околофутбольные штучки. Давайте вспомним его финал Кубка Англии этого года. Матч, который, в общем-то, изначально, наверное, был по раскладам менее низовым, чем этот финал Лиги Чемпионов. Но в итоге там уже к первому часу игры 5 желтых карточек. И дальше, чем продолжилось удаление Смолинга и еще ворох горчичников. Поэтому я думаю, что и здесь верх должен быть пробит. Верх, если говорить о линии Sportingbet, довольно большой, 6,5 желтых карточек. Но не забывайте, что если вы ставите Sportingbet, то здесь красная карточка считается за 2 желтые, а я думаю, что красные очень вероятно будут. В общем, мне кажется, что ставка хорошая, ставка ходовая. Ну а решать, ставить или нет, уже только вам. Всего доброго, ну и, конечно, хорошего просмотра финала.